Добрый день, дорогие друзья! Сегодня начнем обзор на мотоцикл Thunder 200. Копия Yamaha Tracker 250-кубового. Некий гибрид триального мотоцикла, классического эндуро и дорожного мотоцикла. Имеет 200-кубовый двигатель с балансированным валом. С одной свечой на цилиндр, с верхним распредвалом, двумя клапанами на цилиндр. Карбюратор обычный, ПЗ-30, классический, силиконовые колпачки даже здесь установлены, свечи НЖК, можно сказать, изначально в заводском тюнинге. Нержавеющий выхлоп, фрезерованные траверсы, стоечки руля, фирменный руль. Интересные пульты здесь также имеются, как на эндурике. Даже видно, как тросик газа работает. Приборка простая. Спидометр, датчик передачи, дальнего света, поворотники. Вот, сцепление тоже обычное, тросиковое. Здесь переключается освещение, сигналы, поворотники. Вот. Кстати, у руля есть шкала регулировки по углу. Тоже, как на дорогих кроссовых мотоциклах. Бак здесь небольшой, около 6 литров. Вот. Мощность у двигателя 15 лошадей. Но ему это вполне хватает, чтобы спокойно преодолевать сложные препятствия, бордюры, лестницы. Это такие городской хулиган. Подвеска здесь, между прочим, с прогрессией, как на всех кроссовых мотоциклах, либо спортивных мотоциклах. Тормоза дисковые, что сзади, что спереди, соответственно. По одному диску на обод. Резина здесь тоже универсальная, дорожно-внедорожная, скажем так. Вот, подойдет для любой местности. 16-е колеса сзади и 19-е, как на всех эндуриках, как правило, спереди. Также хотел рассказать вам о том, что этот мотоцикл, несмотря на то, что является по сути эндуриком, он имеет ПТС. На нем можно ездить везде. Зарегистрировать и кататься хоть по асфальту, хоть и по бездорожью, что является большим плюсом для таких аппаратов. Также хотел вам показать большие ходы подвесок. При кроссовой посадке на нем можно очень комфортно себя чувствовать везде, на любой поверхности. Так что советую и рекомендую присмотреться к нему тем, кто любит кататься не только по асфальту, но и по лесам, по полям, что очень актуально в нашей стране. Вот. Всем спасибо.